Польска от мужа до мужа. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для еженедельника «Звезда» за 4 сентября 2020 года. Центрально-восточноевропейская стратегия Варшавы с помощью Вашингтона возродить Речь Посполитую и привязать к себе формально независимые Украину, Литву и Белоруссию. Первая часть статьи. Кто старое помянет? Польша является, пожалуй, самым проблемным для России государством не только Европы, но и мира. Начиная с борьбы польских князей, затем королей с великими киевскими князьями в X-XI веках за червенские города. Сейчас примерно треть тогдашней спорной территории входит в состав Украины и две трети в состав Польши. Войны и политические конфликты продолжались практически без перерыва, за исключением периода XIII-XV веков, когда и Русь, и Польша преодолевали раздробленность и боролись за национальный суверенитет с Ордой и Тевтонским орденом соответственно. Даже когда в Петровско-Екатерининский период Польша находилась практически в полной зависимости от России, и слово Санкт-Петербурга было решающим при избрании польских королей, поляки умудрялись доставлять России столько проблем своей конфликтностью, постоянные гражданские неурядицы с привлечением французской военной помощи, что в конечном итоге буквально вынудили Екатерину II согласиться на первый, а затем и последующие разделы Речи Посполитой. Дается историографическая графика. Извините за тавтологию. Впрочем, аналогичные проблемы возникали у Польши и с германскими государствами. Дело в том, что исторически Польша, Речь Посполитая, видела себя гегемоном Центральной и Восточной Европы. И нельзя сказать, чтобы ей это вовсе не удавалось. Династия Ягеллов правила не только в Великом княжестве Литовском 1377-1572 годы и Королевстве Польском 1386-1572 годы, но и в Венгрии и Чехии 1440-1526 годы с перерывом в 1444-1490 годы, а также в Хорватии в 1471-1526 годах. Нетрудно заметить, что на конец 15-го, начало 16 века приходится наибольший рост могущества династии. Бывало, что по три короны объединялись в одних руках. К тому же надо помнить, что в этот период, по состоянию на 1462 год, Торопец, Вязьма, Козельск, Мценск и Новосиль были пограничными городами Великого княжества Литовского. Граница с русским государством проходила между ними и Ржевом, Можайском, Оболенском и Тулой. Сегодня от Москвы до той границы 1,5-2 часа езды на автомобиле. Учитывая же, что до присоединения к России, Казани и Астрахани оставалось 100 лет, а борьба за Новгород еще не завершилась, ягеллоны действительно создали крупнейшую восточноевропейскую славянскую империю. Казалось, что до поглощения русских земель осталось совсем чуть-чуть. Польша к этому стремилась и почти реализовала это стремление 27 августа 1610 года, когда после свержения Василия Шуйского Семибоярщина признала русским царем Владислава Ваза, сына польского короля Сигизмунда III и будущего польского короля Владислава IV. От его имени в Москве чеканилась монета. Титулярным, некоронованным русским царем он числился до 5 октября 1613 года, когда на престол был избран Михаил Федорович Романов. На фотографии Владислав IV. Однако окончательно от претензий на титул русского царя Владислав отказался только в 1634 году. Со второй половины 17 века начался стремительный упадок Речи Посполитой, и об амбициях пришлось надолго забыть. Но едва лишь в 1917 году вновь возникло независимое польское государство,
Пілсудський сразу вспомнил о европейском лидерстве. Польша имела территориальные претензии ко всем своим соседям – СССР, Литве, Германии, Чехословакии и вплоть до 1939 года видела себя гегемоном Восточной Европы. Варшава. Вассал, скоморох и субподрядчик Вашингтона? С тех пор практически ничего не изменилось. Только на смену династической политики средних веков и политики территориальных захватов XX века пришла политика создания союзов, в которых Польша претендует на лидерство, не всегда, впрочем, успешно. В 1991 году была создана Вышеградская группа, Вышеградская тройка в лице Польши, Венгрии и Чехословакии, быстро превратившаяся в четверку после распада последней на Чехию и Словакию. Венгры и чехи видели в этом объединении прежде всего сложение экономических потенциалов, которое должно было сделать данные восточноевропейские страны более привлекательными для ЕС в качестве кандидатов на вступление. Поляки же изначально пытались придать объединению более структурированный характер, оформив его как политический союз. Более того, Варшава достаточно заинтересованно обсуждала с Киевом перспективы его вступления в группу, но вынуждена была отказаться от этой идеи, поскольку она не вызвала поддержки у остальных членов Вышеградской тройки. Позднее Польша аналогичным образом негласно поддерживала хорватские амбиции относительно присоединения к Вышеграду. Впрочем, дальше неформального дипломатического зондажа дело не пошло, также благодаря позиции Чехии, Словакии и Венгрии, совершенно не желавших усиления позиции Варшавы. Дается карта Вышеградской группы, которая объединяет Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. Если мы посмотрим на географию Вышеградской группы и стран, в разное время зондировавших возможность вступления в нее, то мы увидим, что это тот же массив земель, который в 15-16 веках управлялся королями Ягеллонской династии. До присоединения к ЕС Польша пыталась играть роль первого среди равных в регионе Центрально-Восточной Европы, так его тогда определяли в Евросоюзе, и де-факто стать главным представителем интересов всего региона в переговорах с ЕС о вступлении. После того, как этот фокус не удался, поляки подкорректировали свою политику, но от лидерства в Восточной Европе не отказались, они просто переориентировались на США. Варшава попыталась, причем не без успеха, стать ближайшим американским союзником в Восточной Европе и в ЕС в целом. В интересах Вашингтона Польша не раз выступала против германо-французских попыток добиться большей независимости европейской политики от американской. Одновременно Польша начала проявлять серьезную активность на постсоветском пространстве. Варшава получила от Вашингтона субподряд на работу с Белоруссией. Сами американцы после высылки в 2008 их посла работать в Минске не могли. Да и до этого события представители США чувствовали себя в Минске совсем не так вольготно, как в Киеве. Полякам было легче в связи с наличием в Беларуси польской диаспоры, а также активной работы католической церкви. На Украине Польша оставалась на вторых ролях после Вашингтона, но зато сумела закрепить за собой определение украинской политики Евросоюза. В Киеве Варшаве удалось добиться того, что не получилось у нее в отношении Вышеградской группы и ЕС. И Украина, и Евросоюз признали Польшу главным адвокатом Киева в Европе, после чего большая часть контактов Украины и ЕС замкнулась на Варшаву. Сами видите, Польша вступила с планом восточного партнерства, который предполагал фактическое установление протектората ЕС над Украиной, Молдавией, Белоруссией, Арменией, Грузией и Азербайджаном. Хорошая такая картиночка. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Ростислава Ищенко в еженедельнике «Звезда» за 4 сентября 2020 года. Польска от можа до можа.